Стой, там танки. Танки наши. Смотри, дальше напорник пошли. Прикрываем наших. Бля, хоть захватили то говно, которое могло бы ебашить. А, по нашим пацанам. Ебаный в рот. Опа, прилет. Ну-ка, давай. Вот, такие вот. Вот он, сука, попался нахуй. Слушай, а кушать будет зачереет нахуй. Пошел. Выстрел! Охую, я видел вас укроп. Приеме. Давай, Дюнька. Будет очень громко. Рты не закрывайте, рот откройте пошире и все. И в порядок. Сзади не стойте, ебать. Ну, подержи. Готовы? Готовы, давай. Раз, два, погнали. Как горячо, а? Разъебали нам пушку. Что ты снимаешь, блядь? Гуменов. Да, да, да. Колеса пиздец, блядь, по пизде пришли. Ну. Два колоса. Помню. Два колоса, нет, там все. Если с города едем, то чем мы будем жить? А чем мы будем стрелять? Всего доля, все это, да, там что, блядь? Там. Ало пробило и прицельное. О, блядь, две, сука. А тут що було, блядь? Так що з розвали, я виберу, що хай. Виход! Виход! Еспеха пізда! Еспеху розбили. Виход. Виход. Виход, блядь. Сука, заебали, нахуй. Ще в этой? Да. Плотно б'ють, блядь. По правой стороне пошло. Угу. Блядь, у меня автомат нахуй. Фу, я бать воно рядом уебало. Гриня, это, блядь, вещами, блядь.
Что, сидим или сидим, да? Лучше съебаться, мне кажется. Может, блин, нас стой. Это вот твое подразделение, нет? Вот, вот это... вот это командир мой. Позвал мой Салем, это мой командир группы. Нас было 4 человека. Это Азовец? Да, 100%. Это 100% Азовец. Вот этот, да, по-моему. Да. Это 100%, я его знаю, у него ранение в левой или в правой ноге, это точно я помню. И его легкое посекло. Тоже командиром был. Пломбир, Акбар его знает. Акбар. Скажи, пожалуйста, на Азовстали какое положение дел вообще? Плохое очень, куча раненых, просто ужас там, там просто, там невозможно. Там, там операции делают на полу, ну потому что ну, нет условий нормальных. Вот эти бункеры, о которых столько речи, что они из себя представляют? Бункеры – это советские постройки, монолитная железобетонная конструкция под цехами завода, с туннелями, выходами. Безопасное место для укрытия от обстрелов. И, ну, даже, может быть, и ядерной, там говорили, было вроде бы даже... Был ли ты внутри? Да, был. Я был на двух блиндажах. На двух блиндажах? Ну, бомбоубежища. Насколько глубоко эти бомбоубежища? Что это два, до двух этажей. До двух. Угу. Плюс-минус. Получается, здание под зданием... коридор подземный, спускаешься, и там комната большая. В этой комнате находятся деревянные нары, ну, то есть типа кровати, до третьего этажа вот там, ну, трехэтажные кровати. И все. И, а, ну там туалет есть, техническая вода установлена, это все при Савдепе делалось. Сейчас при приближении следующему дому столкнулся лицом к лицу с азовцем. Успел отскочить. Вот. Они не супер воины, не успел он скинуться, сделать что-то. Вот. Сейчас из соседнего здания будем выкуривать их. Детище американского военного автопрома. Хамви, легкий бронеавтомобиль. Такие есть на вооружении формирования киевского режима. Эта машина была уничтожена бойцами армии России. Вообще, на каждый американский хаммер здесь найдется один русский танк. Хотелось бы сказать огромное спасибо, значит, нашим заграничным врагам,
которые отправляют нам вот эти все комплексы. Значит, у нас на данный момент уже огромное количество ихнего вооружения, которые нам пригодятся в последующем для того, чтобы уничтожать ихние танки. Так что, если что, мы идем к вам с вашим же оружием. Ждите нас, и мы до вас доберемся по-любому. Вот оно. Вон там буквально сколько? Меньше? 500 метров, да? Аркадий Кахатынка. Так глянем, из стекловолокна. Все там всякая хуйня. Пропасть, она в диаметре 2 метра. Вошла она, конечно, глубоко. Пиздец, как глубоко. Силы противника под натиском подразделений российской армии с боями отходят к укрепленному району у Славянска и Краматорска. Боевые действия уже идут в районе Ямполя. Части и соединения армии России уже пересекли границу Харьковской области Украины. Территории Донецкой Народной Республики освобождены первые населенные пункты ДНР с северного направления. Это в первую очередь населенный пункт Лозовая. Российские подразделения продолжают взламывать оборону противника. Здесь эшелонированная. Наносят огневое поражение, уничтожают в первую очередь бронетехнику, личный состав. Уничтожают опорные пункты формирования киевского режима. Останови кроватку! На ямке надо оставаться. Я тебе лево приму, когда я тебе поработаю, я дам тебе команду вперед. И выходите тогда, когда я начинаю вперед двигаться, понятно? Направо, направо, направо. Сколько? Блять, мина. Направо, направо, направо. Все, все, в администрацию зашли, Суна, в администрацию зашли, отката. БТР, третья группа десанта зашла в администрацию Левобережного района. БТР наступает, ну, прикрыл десант, уходит назад. Свои большие габариты, машина очень высокопроходима, мобильна. Блин, готов к бою.
Готовность 1 к бою. Второму запустить АПК от ГТД. Принял. Первому запустить аппаратуру. Есть готовность 1. Машина высокоточная, по координатам бьет точно цель. Есть пуск. Машина не подвела, выполнила свою задачу по прямому предназначению. Блядь, связной чешу, блядь. Они пасут эту хуйню всю, Андрюха, блядь. 21 век, пиздец. Мы по мобильной связи, блядь, базарим. Кроют нас, нахуй, или нет? Конечно, кроют. Нас ебошат, сука, уже пятый день подряд, нахуй. Конечно, блядь, нас кроют, блядь. Оставили, сука, 5 человек, нахуй, ебать, против 2000. И по мобильному, блядь, звонят. Вас кроют. Не, блядь, нас не кроют, сука. Мы так пришли сюда, блядь, хуё знает, чё мы сюда пришли, блядь. Зарплаты вам, блядь, заработать мы сюда пришли. Пидорасы, сука.